Сейчас мы в Майере. Сегодня на море ветрено, прохладно. Купаются только двое. В Латвии настоящий бриллиант – это Рижское взморье. На Рижском взморье воздух всегда свеж и прохладен. Воздух обладает целебными свойствами, и само море тоже. Когда-то у меня болело горло, были гланды довольно-таки большие. Я прожила на Рижском взморье 3 месяца. И гланды совершенно исчезли. Если долгое время находиться на Рижском взморье, проходят многие заболевания. По-настоящему в Латвии целебное – это Рижское взморье. Настоящий бриллиант Латвии. Многие российские звезды это понимают, ценят и приезжают сюда, чтобы поправить свое здоровье. Сейчас я в Майере. 7 часов вечера. На пляже очень много палаток, столиков, стульев. И пляжи немногочисленные, народов мало. Как это все выглядит? Вдали двое купающихся. Любуемся красотой Рижского взморья.